Тут слабый ветер. Сейчас на камне идет. Только что ботало было еле слышно. Ну, где-то нет. 120 вообще. Эдик, 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 Эдик! Ботал звенит, он не слышит уже. Эдик! Пролюбил свисток. Подзываю утиным манком. Вот он прошел вперед. Вот еле слышно ботало. Что вообще не слышал. Как возможно вообще, например, в таких местах? Эдик! Находится без бипера или хотя бы ботал? Я не понимаю. Либо с медленной, около ног ходящей собакой. Но с такими просто невозможно. Дождаться стойки. Так справа. Ай, умница. Молодец, молодец. Вот эта собачка ходит и находит. Тихо, только я камеру выключил. Ботало замолкло. Двинулся. Собаки не вижу пока. Ветер оттуда, справа. Блин, прошел, вот он. Я его прошел. Ёлки-палки. Вон он ушел туда. Такой пируэт заложил. Вижу твальшин. Вижу его.
взлетел. Ай, ты. Так, где собака? Вот он. Вот оно. Ай, красава. Или надо искать собаку. Он стоит. Вот он. Пошел вперед и стал. Стоит на ветер. Очень похож, что птица где-то действительно есть. Вот она. Иди ко мне. Иди ко мне. Вот он. Ай, ты умница. Эдик.